феврале 59-го группа туристов-лыжников перестала выходить на связь. Все участники были найдены мертвыми. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Никто не знает, что произошло на самом деле. Юра, скажи мне, пожалуйста, почему ты повернул назад? Глаза мне посмотри. Я знал, что они все умрут. Как будто рядом что-то было. Я их обманул всех. Это там было. Юра, это что? Основано на закрытых материалах дела от 6 февраля 1959 года.